плавательном центре «Нептун» микрорайона Чкаловский состоялся День браса и дельфина. Это традиционные щелковские соревнования по плаванию, где ежегодно участвуют воспитанники учреждения. Самые юные ребята, которые обучаются в группе начальной подготовки. В основном это воспитанники центра 2011 года рождения. Однако есть ребята и младше, но они уже показывают неплохие результаты на первом году обучения и готовы побороться за победу. Отдельные участники, те, которые правильно, грамотно плывут эти дистанции, которые могут составить конкуренцию нашему 2011 году. Наши малыши, очень талантливые. Мальчишки и девчонки совершили заплывы на 50 метров брасом и на 25 в стиле баттерфляй. Важно было не только прийти на финиш первым, но и соблюсти технические требования. Обращать внимание на технику плавания. Это способы плавания, которые идут с синхронной работы как рук, так и ног. Касание обязательно должно быть двумя руками. Это не все дети помнят, это для них сложно. Также разворот стопы в брасе. Это тоже сложный элемент, развернуть две ноги в брасе. Пока судейская коллегия подводит итог соревнований, ребята очень волнуются. Никто не знает, кто же сегодня победил. Девчонки, как можете оценить сегодняшний свой заплыв? Нормально. Да, хорошо. Очень клевые были заплывы, хорошо. Мне понравилось. Как можете оценить свой личный результат сегодня, каждый из вас? Я, наверное, могу еще лучше. Мы считаем, то, что мы нормально проплыли, но все-таки надо получше постараться. Если считать от 1 до 10, то где-то примерно 8, потому что можно быстрее проплыть. Для каждого спортсмена уже с юных лет главной задачей является побороть собственный рекорд, а также проплыть дистанцию качественней, совершив минимум ошибок. А выход на пьедестал почета – показатель не только удачи, но и упорной работы. Я хотела очень первое место. И я его получил. У меня браса 50 метров с результатом 52 секунды и 32 сотых. Как ты оцениваешь себя? Думаю, нормально, побил свой рекорд. Очень хорошее время. У меня по дельфину 20 секунд. Самое главное – добивать своих целей. Если получил третье место, ничего страшного нет. Всего же в соревнованиях приняли участие более 200 воспитанников центра «Нептун» от 9 до 16 лет. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.